С 1 октября стоимость железнодорожных билетов вырастет на 20%. В Минтрансе прокомментировали это сообщение. В стране действует 140 пассажирских маршрутов. Повышение тарифов затронет 62 из них. Это необходимо для обновления парка вагонов, улучшения сервиса услуг и повышения заработной платы сотрудников. Также важно отметить, что последующие 10 лет цены на перевозки пассажиров по социально значимым сообщениям не повышались, говорится в сообщении. Парк пассажирских вагонов составляет 2667 единиц, из которых 44% изношены. Обновление парка вагонов осуществляется как частными, так и национальными перевозчиками. С 2025 года планируется ежегодно закупать более 200 единиц вагонов. До 2030 года может быть закуплено более 1200. Повышение цен при перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям осуществляется в соответствии со статьей 12 Закона о железнодорожном транспорте. Таким образом, цены на билеты на поезд вырастут с 1 октября.